наблюдаете уникальные исторические кадры, когда капитан Крузенштерн впервые омывает ноги в водах Тихого океана. С вами капитан Лисянский, и вы наблюдаете початок морской кукурузы, свежедобытый из вод Тихого океана. Вот. Мы ее есть не будем. А надо попробовать. В сложных условиях японские рыболовы сбивают мидии с утесов. Сейчас на ваших экранах доблестный капитан Лисянский штурмует побережье. Вы слышите звуки шторма. Не погода, дождь. А он лезет на эту скалу, и вот он залез! Ура! Да, такой человек, наверное, получит One Piece. Так, и они быстро бегают, суки? Я так. Потом на видео посмотрю, хочу к морю. Охота на крабов. Вот, смотрите, крабы. Это японские крабы. Они же крабы-самураи. Обнаружен полумертвый краб Сигун. Да это не краб, это два краба, они трахаются. Да? О, ужас. Мы свидетели. Падение нравственности среди животных. Мы наблюдаем, как краб Сигун кроет крабиху Сигуниху. Оставим же их в уединении, чтобы они наделали нам маленьких крабиков-самураев. Нам предстоит долгая литовка, поэтому капитан Крузенштерн решил заняться собирательством. Он добывает съедобные раковины и морскую кукурузу. Кукурузу морскую добывает капитан Крузенштерн. Крузенштерн добывает морскую кукурузу. На ваших экранах отважный Лисянский штурмует бурную реку. О, кажется, он обнаружил два загадочных артефакта. Ну-ка. Генерал Крузенштерн. Кажется, нас опередили. Посмотрите, генерал Крузенштерн. Возможно, Беллинсгаузен добрался... Это русский билетик. Беллинсгаузен добрался на это побережье раньше, чем мы. С другой стороны, наверняка он не заметил вот этого. Посмотрите, это блесна. Нам доложили, что с помощью именно такой блесны варварские японские рыбаки добывают дельфинов. Смотрите, что они с ними делают. Гринпис об этом услышит. Это замечательное открытие, коллега. Вот и первое археологическое открытие. Подводные наскальные письмена явно говорят нам о присутствии мутантов из Атлантиды. Иначе как бы они были нанесены? Капитан Крузенштерн докладывает, что он обнаружил загадочное живое существо. Давайте же поможем ему. Где оно? Это актиния. Если сунуть палец, она его переварит. Она выделяет желудочный сок своими жвальцами. Мерзопакостный морской гад. Отважный Крузенштерн наблюдает за приливно-отливными явлениями.
и подает сигналы японским макакам, судя по всему. К сожалению, я пока не освоил язык японских макак, но Крузенштерн знатный филолог.